Остановите поезд, я сойду. В Перми может появиться новая остановочная площадка для пригородных поездов. Мы уже рассказывали, что железнодорожную платформу предлагают обустроить вблизи мемориала погибшим при крушении Боинга. Авторы инициативы провели в соцсетях опрос, нужна ли горожанам эта остановка. После чего появились предложения о создании на территории города еще одного остановочного пункта. Подробнее расскажет Евгений Гуляев. Мемориал в память о жертвах крушения Боинга в 2008 году. Вблизи комплекса, а именно в районе пересечения улиц Советской Армии и Самолетная, пермская пригородная компания рассматривает возможность обустроить новую остановку электрички. Главным плюсом считает то, что новая остановка позволит жителям микрорайона добираться до станции Пермь-2 всего за 10 минут, тогда как на автобусе уходят все 40. Ну и на дачу, с дачей людям ездить будет легче. В общем, смысл есть. Конечно, есть, тем более тут все рядом. Жена ездит часто, так что это удобно будет, да? Чтобы выяснить мнение горожан, пермская пригородная компания запустила опрос на официальной странице ВКонтакте. Пока новый остановочный комплекс под рабочим названием «Мемориал» большинство пользователей поддерживает. Накануне район предполагаемого объекта уже посетила комиссия регионального Минтранса и городского департамента дорог и транспорта. Определили точку будущей платформы. Написали обращение министру транспорта Уханову от лица компании об организации возможного финансирования этой остановочной площадки. Между тем, в Пермском институте железнодорожного транспорта высказали мысль о необходимости обустройства еще одной остановочной площадки в районе шоссе космонавтов у бизнес-парка «Марион». Эксперты считают, что тем самым будет создан небольшой пересадочный узел, где пассажиры смогут перебраться на автобусы и сэкономить до получаса своего времени. Местные жители вспоминают, раньше в этом месте уже была остановочная площадка. Здесь раньше электричка останавливалась. В былые времена, в прошлом веке. Понятное дело, тут транспорта стало очень много. Все там постоянно контролируют Яндекс.Пробки у себя. Я сам иногда езжу, поэтому я думаю, что это оправдано. Однако в пермской пригородной компании считают, создание еще одной остановки плохо повлияет на проходимость железнодорожных путей. Это замедлит ход наших электричек, электропоездов по главному ходу. Мы же должны понимать, что грузопроходимость данных путей тоже ограничено по времени. То есть поезда с грузами идут через определенное количество времени. Чем чаще наши электропоезда будут останавливаться, будут тормозить главный ход. Как заявили в компании, пока приоритетным местом новой остановки остается мемориал. Сроки реализации проекта и его стоимость будут известны после того, как региональные Минтранс и городские власти дадут принципиальное добро. Евгений Гуляев, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.